Привет, мир, с вами Вир, и да, это продолжение части Майнкрафта. Как вы помните, в прошлой части я, как сказать, делал домик такой подземненький. Так что мы сейчас будем продолжать путь и, скорее всего, пойдем в пещеру. Но если не успеем, то тогда, мне кажется, до следующей части. Поехали. Так, значит, надо... Блин, у нас нет угля. Для этого нам нужен уголь. Так, берем, значит, две кирки. Думаю, это хватит. Так, вот там небольшая пещерка, видите, есть. Так, сейчас туда сходим. Не страшно, надо факелы взять. И срочно. Так, стоп, а где мой дом? Фак, я его потерял. Ага, вот. Надо как-нибудь, не знаю, то ли какую-нибудь вышечку сделать, то ли что. Так... Ага, вот у нас есть факелы, слава богу. Так, сейчас поднимемся. Так, возьмем факелы и погнали. Пам-пам-пам-пара-пара-пам. Так, как я понял, это начало нормальной пещеры, хотя... Ну да. Так, факелы, факелы, ставим факелы. Так. Ну и конец, в принципе, пещеры. Да, такая огромная, прям... Уха-ха, можно сказать. Хм. Блин, жалко, но здесь угля нету. Ладно, пойдем в другое место. Так, 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 так. Не хочет. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Иху, я-ха-ха, и-хи-хи. Так. Ломаем уголь. Пам-пам-пам-парам. Надо вы помните эту песенку из прошлых видео. Так. В прошлом видео я, кстати, спросила вас написать, что мне в следующий раз снять. Ну, я там как бы в описании написал и сказал как бы в последнем там видео. Я там даже вам игры показал. Но вы нифига ничего не написали. Так что пришлось, думал, дай-ка сниму вторую часть. Ну вот и снимаю вторую часть. Блин, на угле хорошо. Многоватенько тут-то. Так, ломаем, ломаем. Так, так, так. Пам-пам-пам-парам. Па-па-па-па-пам-парам. Да, скучновато как-то ломать уголь. Очень скучновато. Так, еще уголь, еще. Так, у нас набралось 23 угля, получается. Так, и теперь, как мы любим, будем искать дом. Как всегда. Ху-ху-хушки. А, ну вот он там, наверное. Пам-пам-пам-пам-пам. Уху! Вылезли. Так, сейчас надо пойти и уже конкретно, так можно сказать, готовиться к вступлению в пещеру. Так, один угля на всякий случай ставим, но это тоже пока что бам-бам-бам положим. Итак, значит, берем корочку и овечку. Так, пум. Будем ждать. Пум-пум. Не, ну пока готовится. Ладно, можно хотя... Не знаю, что еще сделать. О, еще одну курочку можно взять. И одну съесть, потому что я тут уже голодный. Даже две. Хотя нет, все. Так, значит, идем. Здравствуй, курочка. Есть, так. О, два пера мы взяли. Так, сейчас просто, как всегда, блин, ищем свой дом, потому что мы его никогда нифига не находим, и вообще надо... Как-то странная конструкция, да, получилась? Хм. На что-то прям похоже. Что-то мне какую-то игру напоминает. Даже точно не помню, какую. Так, ой, блин, у нас это сделалось. Срочно ставим курочку. Так, значит, перосю. А, хотя, что это я, у нас же уже 6 перьев. Да. Так, ну пока курица готовится, надо еще
найти дерево. Ага, вот они. Так, пум. Ух ты ж, ёшкин кот. А мне кажется, вот эта пещера очень даже хороша. Так. Ну, сейчас я не знаю, в этой части мы успеем, нет? Ну, думаю, вы поняли под названием видео, что это значит. Так, так что на третьей части, вот, наверное, уже как будет следующее видео, мы пойдем в пещеру. Ломаем дерево. Еще ломаем. И еще. И еще. И... А, ну, хотя уже все. Так, значит, мы сломали, получается, 4 дерева. Аф-аф. Воу-воу. Ран. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Надо чуть-чуть. Ах, ты ж, блин, гаденыш, меня в ловушку засадил. Так, кажется, мне кажется, или уже темнеет. Да, солнце садится. И у нас, как всегда, ожидаемое, мы не можем найти дом. Хотя вот, перед глазами. Что это я? Не удалось. Так, значит, это как всегда все убираем. Потом в верстаке готовим деревья. Потом, не знаю, что-нибудь сделаем. Так, наверное. Так, кстати, у нас там камень. Ох, отлично. Мы сейчас с вами сделаем каменную кирку. А вдруг железо найдем? Так, хотя, как я раньше играл с другом, я точно не помню, говорил. Так, меч еще надо. Я, когда играл с Максом, кстати, если ты смотришь это видео, привет. Очень... Дождик. Обожаю. Да ладно, заклинило просто. Ладно, идем вниз. Так вот, когда я с Максом играл в эту игру, мы всегда сначала строили дом какой-нибудь подземный, всегда делили на две комнаты. Вот. Хотя он в основном любил так делать, ну, как строить на земле, а я под землей. То есть, вот, например, он дом построил, потом он там заходит, пока он спит, я потихонечку пробираюсь, дринь-дринь-дринь-дринь, и, как сказать, спускаюсь, а потом он даже не понимает, где я нахожусь, а потом заходит вниз, и я такой, привет! Ну ладно, еще такого не было, конечно. Ну, то, что я дома строю под землей, это правда. Так что вот. Так, ладно. Вроде мы так все приготовили к походу. Так. Да, вроде бы все. Так, ну теперь самое главное похрапеть. Итак, у нас настало утро. Отлично. Итак. Значит, мы что, так, кирки приготовили, меч приготовили, карта есть. Блин, что-то... А, нам же факелы, получается, нужны. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Так, факелы сделали. Так, я думаю, надо еще пойти немного еды добыть. Так, еда, еда. Где же ты, моя еда? А, хотя зачем мне еда, если надо меч? Вот я что-то туплю сегодня. Так, ладно, идем за... Не знаю, кого убивать. Так, так, так. Кстати, лошадку можно будет приручить. Там можно пшеницу сажать. Так, минус один, минус два. Так. Значит, вот так все мы сделали. Итак, идем, не знаю куда, домой. Так, как всегда, потеряли дом. Блин, зачем я мечом ломаю? Он же только портится. Блин, опять я потерял свой дом. Вот капец полный. Так, ну где-то он здесь должен быть, по идее. Так, идем, идем.
Ищем. Еще какая-то пещерка. Нашли. Так. Фак, да где мой дом? А может он там? Ну хотя да, как всегда. На самом видном месте. Так, ну вот, в принципе, мы уже подготовились. Ну, в общем говоря, все. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки и там пишите комментарии, там все. Ну, с вами был Вир. Пока, мир!